занялся угольным бизнесом. Вот как бы так. Бросил пить. Теперь занимаюсь именно им. Так что подтягивайтесь, если кому надо. Все будет ништяк. Сейчас не понял. Че? Альч! Тяп! У нас все для его А чё, опа? А чё? Без меня у меня гости, нахуй. Вообще, это твоя жена, нам теперь забыла. А без меня у меня гости. Ну и чё запустил? А меня спросить нельзя было? А ты чё, мне позвонил? Да вообще-то я звонил неоднократно. Да и знаешь что, ты мне звонил, то что ты скоро приедешь. Слышь. Это когда ты приехал, ебать тебе урод. Слышь, что? Я не на танцах был. Ну, слава. Да видел я ваши танцы. Иди вот с ним и танцуй дальше. Вот и был танцуй. Все. Нет, ничего не было. Нихуя. А ты что рякаешь-то? Главное, все видели. Блять, да не вы не видели. Ну, я ничего не видел. Ничего не видел? А как тебя, блядь, прижал как к зеркалу? Ничего не было? Так муж-то не заступается. Так я с ним поговорил нормально. Ага. Чё, гад? Чё ты с ним поговорил? Ну-ка, объясни-ка. Ну, поговорил я с ним. Чё? А чё, я с ним разговор не вел? Так вы, может, не помните? За эту тему скажи. За какую тему? А я чё? Поговорил с ним. Базар как, то есть не ведется, да? Как был. Была тема.